Продолжаем эфир. Далее новости спорта. В студии Дмитрий Вороновнин. Физкульт, привет. В Новосибирске стартовал Кубок страны по спортивной гимнастике. Наш земляк, призер Олимпийских игр Давид Белявский, вышел в финальную часть в индивидуальном многоборье. Также он выступит в отдельных видах программы. В упражнении «Конь-махи» у него второй результат в квалификации на кольцах и перекладине, а также параллельных брусьях, где у Давида лучший результат. Соревнования пройдут 10, 11 и 12 июня. Далее вести из Краснодарского края, где завершилось национальное первенство по международным шашкам. Сборная Удмуртии завоевала там 18 медалей и в общекомандном зачете заняла второе место. Первые спортсмены Якутии, бронза у команды Башкортостана. Есть с чем поздравить и представителей нашей федерации игры ГО. В Владивостоке команда в составе Льва Маргариты и Радмилы Пономаревых стала бронзовым призером первенства России среди детей до 12 лет, пропустив вперед себя сборные из Казани и Москвы. Локобол 2021. Этот детский фестиваль проводится совместно с российскими железными дорогами. По массовости он ничуть не уступает традиционному кожаному мячу. Юные футболисты почти всех субъектов нашей страны в эти дни выявляют сильнейших на региональном этапе. Отборочный турнир провели и в Ижевске. Турниру «Локобол» уже более 10 лет. В 2007-м футбольный клуб «Локомотив Москва» совместно с РЖД впервые провел этот фестиваль. А в 2010-м он приобрел статус международного и очень популярного турнира. Проводится с целью отбора молодых, юных дарований, футболистов. Поэтому участники этого турнира – команды спортивных школ, команды детско-юношеских спортивных школ и другие команды также могут участвовать. В этом году мы проводим турнир, участниками которого являются более 20 команд и около 300 участников. Команды представлены со всей республики, в частности, команды Глазова, Воткинска и даже команда Огрыза из республики Татарстан участвует сегодня в нашем турнире. На этот фестиваль в Ижевске мальчишки всегда приезжают с удовольствием, играют с азартом. Потенциал и технические задатки у юных ребят отменные. Все они мечтают о громких титулах и больших победах и равняются только на лучших. Этот турнир, чтобы мы получили побольше опыта, учились на своих ошибках и стали потом более опытными и лучше играть. У тебя тоже есть какая заветная мечта спортивная? Ты хочу стать футболистом и равняюсь на Криштиану Роналду. Почему что, тоже? Потому что, мне кажется, он не как Месси ему было дано, а он сам себе сделал и сам всего добился. Я тоже не играл ни разу, хочу попробовать вот такой маленький турнир, можно сказать, мини. Я даже не знаю, как это играет. У меня тоже есть футболист любимый Месси из команды Барселона. Да, они очень хорошо играют, у них сыгранность хорошая, моменты завершаются. У нас тоже не хватает много всего, нам надо тренироваться. Победителями регионального этапа «Локобол» стали футболисты первого состава команды «Зенит Ижевск» 2009. Они в конце июня будут защищать честь республики на межрегиональных соревнованиях в Перми. Директор федерации, тренер и судья международной категории по волейболу. Успевает он все. Находит время и для занятий спортом. Знакомьтесь, заслуженный наставник республики Александр Тубылов. Мечтал я быть таксистом. Вот. И, значит, доводы проводил следующие. Значит, таксисты – это всегда новые люди, подсаживаются, с ними интересно поговорить. Таксисты – это всегда поездки по различным местам. То есть я не должен ходить по маршруту, не делать одну деталь на заводе. Я должен все время что-то осваивать, встречаться с новыми людьми, быть в разных новых местах и все время совершенствоваться. Таксистом он так и не стал, но на машине ездит. Любимое авто вмещает все дружное семейство. Дочь Полину, сына Павла и супругу Марину. Кстати, дети тоже волейболисты, как и отец. А вот жена – легкоатлетка. С ней Александр познакомился во время учебы в УДГУ на спортфаке. Приглянулись оба друг другу сразу. Я увидела паренька, который действительно рукастый, быстрый, шустрый, интересный, разговорчивый. Вот меня это как бы очень сразу вот... А сегодня привлекло еще более улучшенная форма. Они вместе увлеклись сейчас скандинавской ходьбой. За прогулкой по парку или по стадиону, говорят, можно многое обсудить и, конечно, помечтать. Мечта есть, но она более приближенная, приближенная к земле такая. Вот. Мне катастрофически не хватает времени побольше побыть со своей семьей и почитать художественную литературу.
Одна из последних книг – «Совершеннолетие» известного тренера по хоккею Анатолия Тарасова. Тубылов в ней нашел много полезного и интересного для работы. Игровые виды спорта – это в первую очередь команда, дружная, сплоченная, боевая. А такая, вернее, такие есть и в Удмуртии. Игроки женского клуба «Италмас» и мужского ИжГТУ «Динамо» выиграли в этом сезоне серебро чемпионата страны высшей лиги «Б». И это еще не предел. Когда у тебя есть бронзовая медаль, серебряная медаль, то, конечно, хотелось бы, чтобы у тебя был сет, полный сет медалей. Поэтому, конечно, золота в нашей коллекции, его просто не хватает. Сейчас игроки отдыхают, а Александр Витальевич трудится. Дел много. Надо подготовиться к приезду гостей на всероссийский домашний турнир. Съездить на соревнования. Его цель – развивать и дальше в Удмуртии волейбол. И оставаться самому как можно дольше активным и позитивным. И в завершении выпуска анонс. 10 июня на Центральном республиканском стадионе футболисты ижевского клуба «Зенит» проведут очередную домашнюю игру. Принимать на своем поле они будут команду «Крылья Советов-2». Начало матча в 6 часов вечера. Приходите поддержать наших игроков. Ну и, конечно же, болейте, но только на спортивных аренах. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.